В дневное время в торговых центрах всегда многолюдно. Возле зданий магазинов большое скопление транспорта. Действия пожарных в таких ситуациях проверили на деле. По легенде, возгорание произошло в торгово-развлекательном центре «Кристалл». В этом мероприятии принимают участие силы и средства Лабинского пожарно-спасательного гарнизона, а также силы и средства территориальной подсистемы РСЧС. Дело в том, что этот объект не подпадает ни под какую категорию по нашему учению. И у нас в городе имеются объекты по второму номеру вызова, на которых в первоочередном порядке мы проводим пожарно-тактические учения. Хорошо, что на этот объект тоже у нас имеется указание и время провести в такой сложной ситуации эти учения. Пожарно-тактические учения с полной эвакуацией людей из зданий, привлечением техники скорой помощи и использованием средств имитации пожара крайне необходимы. Их основная цель – проверка слаженной работы служб по эвакуации людей из зданий и оказание помощи пострадавшим. С руководителями и сотрудниками ТРЦ проведена разъяснительная работа о принятии дополнительных мер пожарной безопасности с учетом специфики объекта и действующего законодательства в области пожарной безопасности. В местах массового нахождения граждан организовано размещение наглядной агитации по противопожарной тематике, в том числе о запрете разведения открытого огня и соблюдения мер пожарной безопасности. Наталья Литвиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Лабан».